Hey, yo, guys, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Sonic the Hedgehog 3. Да, как вы поняли, у нас начали просто жестко затягиваться серии. Теперь они идут не как обычно стандартно, да? А, жопа удлинено. Подожди, а если... Вот мне интересно, а если бы я... Сюда бы пошел. К примеру. Понятно. Тут ничего нету, вот что я понял. Ну, по стрелочке можно понять хотя бы куда. Ага! По мне снаряды вообще не попадают. Поняли прикол? Уп, тихо. То есть враги, которые по мне могут стрелять, они фиг попадут по мне. Так, теперь мне нужно балансить прыжки. Ну, представим ситуацию, что мне не туда, а сюда. Но если выбирать между полетом и... О, нифига себе. Да, поехали. Тут главное себя потом в тупик не завести. Потому что это очень легко можно сделать, поверьте. Я буду сохраняться, потому что если у меня есть возможность получить все изумруды, почему бы нет. Но тут нужно все равно реагировать на скорость движения. А это на самом деле не каждый сможет. Еще плюс рассчитать так, чтобы побежать туда, куда тебе надо. Так, осталось 18. Все. Плюс еще один. Кристал Хауса. Ну, не кристалл, изумруд, ладно. F5. Ну, слушайте, этот уровень немножечко полегче, скорее всего. А легче только тем, что... Да ладно, еще сразу один. Ха. А нифига себе. А вы поняли? Вы поняли? Ха. Вот это начинается чертовщина, ребят. Блин. А, точно, я ж могу так делать. Чё-то я ступил. Я ж могу прыгать. А я вам говорил, что скоро будет с прыжками связано. Ха-ха-ха.
Ну вы видите, это жопа. Ну ладно, эти хотя бы в монетки превратились. Ай-яй-яй. Подожди, это я сейчас получать смогу. Черт. Себя в ловушку загнать, если так подумать. Нифига, монеток создал. Ладно, погнали дальше искать шары. О, нашел. Отлично. Не, подождите, если на одном уровне я сразу нашел два, это легко? Хотя на самом деле я не знаю, сколько тут всего уровней. С другой той стороны. Слушайте, это прикольно, типа, на самом деле, сейчас искать секреты именно с кольцами. Если мне игра даже позволяет все найти. Может быть, я еще кольца смогу найти. Ой. Подожди, и что? Спасибо, Тейлз. Ну, я давайте сюда попытаюсь пока пойти. Так, мне дали ускорение. Не, от бонуса не вижу. Смысла? Я пытаюсь найти все секреты возможные. Туда меня не пропустят? В обратно? А, нет. А, нет, пропустят. Не пропустят. В смысле, а я мог залезть куда-то там. Ладно, наверное, показалось. Я понимаю, что я иду не туда. Вон это что херня делает. Так, как оно там? Да? Манать! Еще один нашел. Понимаете, это уже третий. Это уже, черт тебя, третий изумруд будет. Ну, хотя здесь 54, видите, только можно получить. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, ладно. Так, а я здесь уже был. Хотите сказать, я уже круг обежал?
довольно странно, не думаете? Ладно. Опа. Ай-яй-яй. Запорол, ну ладно. Не страшно. Так. Ага, это я где уже был. Значит, мне либо... Вот сюда. Все. Четвертый изумруд. Это понимаете, то есть за два уровня можно собрать все изумруды. У нас уже 5, всего их 7. Хотя это, на самом деле это еще не быстро. То, что я играл как в какой-то момент, там было просто невыносимо быстро. Понимаю. Понимаю. В смысле? А, я туда мог попасть только с помощью этого? Серьезно? Я говорю, ты с помощью тебя только мог туда попасть. Черт. Так, это мне нужно сначала прыжок сделать, потом еще один прыжок. Так. Короче, примерно я понял, как это работает. Ай-яй. Вот так вот это работает. Вот так вот это не должно работать. Могу залететь, черт. Лол. Хотя ладно. Давай. Нет, 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 нет. Подожди, а почему, значит, с помощью этого я эту стену смог? Да ёлки-палки. Давай-давай, наверх. Я хочу посмотреть, что там будет наверху. Серьезно, там просто шипы были? Что там такое? Тейлз, там что-то есть. Там робот или что это?
Вообще не пойму, что это. Хорошо, представим, что я поехал в ту сторону. Я туда anyway не могу попасть без своего драндулета. Я понял. Хорошо. Прикиньте, я еще сейчас найду четвертый. Да, наверх так не залетишь. Мне его не нужен. О, вот это я мог бы нормально сейчас сделать, слушайте. Сейчас покажу. О чем я говорю? Короче, мы с вами сейчас залазим сюда. Короче, нам нужно упасть так, чтобы при этом не задеть эту хрень. Черт. А, давайте так. Смотрите, мы залазим сюда. Блин, вот видите, я задел ее. А надо ее не задеть. Сейчас. Черт. Это, походу, нельзя, да, так? Не задеть. Ладно, что-то, короче, получилось. Во, видели? Я хочу попытаться... Ладно, давайте без записи. Короче, народ, там ничего нету, там просто тупик. Типа, он залетает туда, походу, просто не сделали херню, чтобы туда нельзя было попасть. Я просто туда залетаю, и он оттуда выпрыгивает. То есть, это, так сказать, территория... Недопустимо. Ха, серьезно? То есть вы поняли? Я только что... То есть электрический щит... Вместо того, что еще двойной прыжок, и он отбивает снаряды, он отбивает все снаряды. Я вам скажу, это очень прикольно. Водяной дают прыгучесть, бесконечное дыхание под водой. И все, в принципе. Огонь, иммунитет к огню, что я могу ходить по огню. И не умирав при этом. Умирав. А вот я сюда хочу, а вдруг там что-то есть, откуда вы знаете? Здесь нельзя быть вообще ни к чему, так сказать, бдительным. Нам вот говорят, нам нужно наверх. Да ладно, это... Ха!
Сломать кузнечик, молодец. Вместо того, чтобы не получить урон, он просто отпрыгивает от меня. То есть... Я не уверен, что мне сюда. Может быть, сюда. Но мне и сюда можно. Ладно, давайте сюда сходим. Что здесь? Ладно, там ничего. Наверное. Не, смотрите, туда все-таки можно попасть. Однако не знаю как. Ага, лифт в другую сторону едет. А, там, видите, там подъема нету. Может, как-то можно сделать так, чтобы туда и залететь можно было бы. Нет, говорят мне. Стоп, давай мы с тобой на этой херовине туда полетим. И заметьте, что монеты от меня сразу улетать начали. Ага, там тупик. Ладно, пешочком дальше пойдем. Наверх можно запрыгнуть. Однако как? Решили утаить секрет. А если сюда? Походу только ломать, если ломать, то только с внутренней стороны. Секретка была. Запускаем гору. Подожди. Если до этого туда пройти, можно? Нет. Знаешь, тут все, так сказать, продумано. Может быть, когда я поднимаю что-то, что-то и убирается. Тоже как-никак вариант. Вот, к примеру, смотрите, что сейчас я видел. Мы побывали здесь. И оно упало. А, тю, это я обратно возвращаюсь. Та... Тварина. Понимаете, главное, по времени мы вообще с вами... Считайте, ничего не играем.
мне интересно. Ладно. Нельзя туда попасть. Я ж по факту бегу туда же, где я был, нет? Вот там голова какая-то. Вот видите, типа... А, у меня шар будет. Да? На мне бессмертность. Да, это притягивается все. Ауч. Подожди, могу ли я сделать так, чтобы... А ну. Не, он пропадает, черт. Сейчас будем с вами, ребята, пытаться сделать так, чтобы... Не-не-не, тихо. Так. Зараза. Зараза. Все. Я его не хочу. Мне защита от снарядов нравится ходить. Опа, стоять. А оттуда что, можно было пройти? А, тут ничего. Что-то здесь вообще колец нету. Как ни посмотри. Если в левую часть пойти. Ну ладно. То есть я сюда мог бы попасть еще и другим каким-то способом, который мне, конечно же, еще неизвестен. Ну, я мог. Главное слово мог. Блин, надо было сохраниться. А куда я вообще лечу? Подождите, вот, допустим, здесь. Куда я это? Где? Опа! Опа! Побежали. Вот так вот. Так вот. Ага. Ага. Ага.
Окей. Короче, нужно просто осторожно все делать. Вот так вот. Тихо. Зараза. Зараза. Да ёлки-палки. Он слишком быстро двигается. Фух. 32 минуты уже идет видео. Вы понимаете, 32. Так, остался один. Последний. Изумруд черный, если не ошибаюсь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, поехали. Вот подождите, а если бы я вместо туда полетел бы направо? Я понял, лучше туда не идти. Давайте, я хочу туда попасть. Потому что туда попасть только можно с помощью вот данного прибора. Ну, нам остался, в принципе, если так подумать, один кристалл. Да, время дойл. А как он не должен вообще доставать, алло? Ха! Манать! Вы поняли? Подождите, как мне? Манать. Стоп, в смысле? Thank you.
Не, вы не поняли, я за то, что... В смысле, я зря сюда шел? Ну, правильно, мне вот. Он не ломает? Я чё, виноват? Прикиньте. А от этих я тоже? Не, я так от фальшивых, видели, мог отпрыгивать? Шипов. Не смешно. Бонусные уровни мне не срались. Бонусных уровнях ничего нету. Молодец, сколько мне с тобой идти, Эдмонд? Вот, туда можно как-то было попасть. А, оно все шевелится. Да ладно, мне нужно было это на время делать. Фу-ху-ху. Хорошо, что я не остановился там, где я мог бы это все. И ведь их там не видно. То, что они внутри там находятся. Опа. Ну, топ у меня и так был. Будем честны. Единственное, что мне не нравится, это... А, все. Хотя, если бы у меня был бы огонь, этого бы не произошло. Значит, со стороны сверла это не сделает. Если подожди, давайте пускай. Блин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон что. Я не хочу терять шар. Подожди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Thank you.
пускай так. 40 минут, ребят, 40 минут идет видео. Уровень Соника. А мог бы я так... Во, подожди. А значит, ты достал, да? Ладно, пускай так. Все. Так, нам остался, в принципе, один еще кусочек хаоса. 40 на минуту видео, 40 на минуту. Потому что мы изучали все, что возможно. Понимаете? Не бойтесь, когда я получу последний хаос, мы просто забудем обо всем. Поэтому всем, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.